Всем привет! Как вы думаете, что делает мой муж? Никогда не догадаетесь. А поставь на стол, так будет это лучше. Что-то на... Та-дам! Смотрите! Это я виновата, да? А это обязательно штука нужна, да, папуль? А мы можем заклеить? Все, папуля с меня прибьет. Это что? Я парни сделаю, потом. Все, была хорошая. Лимон и нане. Это кальян, смотрите. А это что? Да ничего, мы сейчас что-нибудь придумаем, не переживай, папуль. Это что-то тоже. Угли, что ли? Ничего, мы сейчас это сделаем, не переживай. Я сейчас все починю, папуль. Ничего. Это мама. Смотрите, какой красивый. Видите? Здесь такая лошадка. Он прям вообще крутой. У нас вот эта лошадка была, и вот чем это, вот эту штучку Берол купил. Красиво. Сейчас мы подшаманим. Так. Всем привет. Да, впервые за долгое время, в общем, отпустила девчонок Камдже. Папа идет на ифтар и решил взять их с собой прогуляться, в общем. Давайте быстрее. Бегите, ладно? Угадывай. Ой, кто поехал? Поехали. Куда поехали? Куда поехали? В ванну? В ванну мы поехали. Мы в ванну поехали. Куда полезла? Не-не-не, не вылази, не вылази. Да, скажи, все пешком в ванну, а мы, скажи, едем в ванну на машине, да? Она пытается в это вылезти. Вот кулема. Да, вот она кулема покушала как. Да. Давай, пойдем. Купи-купи, да, доча? А? Кулема моя. Кулема моя. Машина ей нравится. Скажи, я хочу ехать на машине, скажи. На машине. Да, как бы. Вот так можно облокотиться, да, Донь? Аккуратненько. Аккуратненько. Ну все, скажи. Меня теперь не остановишь, да, Донь? Дот, ой, да что ты валишься? Все. Девчуля готовая, да? Готовая, все. Помылся. И схватила салфетки. Всегда охотится за этими салфетками. Я ей никогда не даю. Сейчас первый раз дала. Думаю, пусть это поизучает немножечко. Ну, смотрю, что в рот не брала. Они так это... Интересно. Да, скажи, надо же изучать там. Тактильные все. Нет, скажи, мне не надо. Да, скажи, я просто хочу погрызть. Скажи, погрызть все в рот. Да, солнышко? Сейчас мама... Тебе молочка сделает. И баюшки, да? И баюшки пойдем, да? Да, скажи, ба... О, ты уже слюну сюда пустила. Мама не принесла этот. Сейчас надену. А то слюни же у нас градищем, да? Да, солнышко? Ладно, ладно, побежала, побежала. Уси, ругайся. Чего ты их бьешь? Чего ты их бьешь? Что они тебе плохого сделали? Сидит и хлупасит. Так им, по попке. Так им, да? Нет, 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 в ротик нельзя. Нельзя в ротик, нельзя. Нельзя. Закрывай. Закрыла мама? Заклили мама? Солнышко мое. Так, сегодня мне резко приспичило покраситься, потому что у меня что-то тут, вообще какие-то корни уже, что-то седина какая-то полезла. Вот, в общем, приспичило мне вечером покраситься. Муж шел домой, в общем, он шел, он без машины, поэтому он был как раз в Биме.
Я говорю, сфотографирую, какие там есть краски. Я что-нибудь выберу. И, в общем, я выбрала вот такой цвет. Краска А плюс Элеганс. Цвет 9.0. Ну, это просто обыкновенный светлый. Вот. Ну, сколько тут... Ну, сколько тонов обесвечивает. Я не вижу. Не написано. Вот, в общем, не написано витамин Е. И сейчас заодно с вами протестируем. На коробке вот такой цвет, но я сомневаюсь, что он будет такой. А здесь видите такого к такому. В общем, посмотрим. Ну, корни у меня темные, внизу тоже темные. В общем, поэкспериментируем с вами. Сейчас быстренько намажусь, потом покажу вам результат. Так, что здесь в коробке? Здесь в коробке, как всегда... Седант, сама краска 50 миллилитров и бальзам, который нужно наносить после окрашивания. Ну, после того, как мы смыли голову, нанести, подержать и смыть. И перчатки. В общем, приступаю. Все, я намазала волос, кстати, очень быстро, наверное, минут, я не знаю, сколько... 7-5, я вообще очень быстро. Краска такая не жидкая, не густая, такая средняя, хорошо распределяется, то есть я быстро, ну, потому что времени много нету, вот, в общем, быстро-быстро распределила, быстренько это, хорошо прям так по волосам, в общем, нормально. Только единственное, запах такой немножечко не очень приятный, но не ядреный, это самое важное. Вот, сейчас буду ходить, получается, сколько... 30 минут, вот, и через 30 минут нужно будет смыть волосы и нанести на 5-10 минут вот этот крем. Вот, цвет должен получиться, ну, типа светло-русый такой, естественный, ну, посмотрим, получится или нет. О, это угольки, да? Ой, я после ванны. Да нет. Я кальян не курила лет 10. Ну-ка. А ты сколько не курил кальян? И как ты сапанджевым курил? А, да? Я лет 10, наверное. Еще в студенческие годы. Но мята и яблоко должно быть хорошо. Я даже не помню, что мы обычно заказывали. По-моему, яблоко и заказывали обычно. Два яблока хорошо. По-моему, яблоко. Это я специально на не купил. Нет, вот насчет мяты не помню, но мне кажется, мы тоже всегда яблоку отдавали предпочтение. Наверное, это самое... А, ты что творишь? Только открыл. Классно. Да? Давай попробуем. Не-не, сейчас я голову чуть-чуть высушу. Только открыл. Классно. Ладно, сейчас сушу. Дай кофе мне, пожалуйста. Хорошо. Ой, все, это дым. И кофе дым. Что-то балдежник теперь. Вообще. А где-то вообще, если он... Да, надо. Насад. Я забыл. Да, потому что изо рта в рот получается микроб. Мы как-то поцелуем с тобой друг друга. Нет, любовь, я не... Любовь. Так что? Это понятно. Я не к тому, что, например, если в кафе или... Нет, где-то кафе, они же такое всегда, не сосут. Всегда дает. Ну, я же помню, я насадочку всегда. Не, ну вдруг кто-то захочет, например, твой брат захочет прийти и дунуть это. Надо насадку иметь. Очень классно. Да? А сколько стоит, дорогая вообще это, ну, вот этот уголь? Уголь? Угу. Нет? Сколько, говори? 10 тогда. А вон, а другое то что? Ну, там был уголь и еще что-то в коробке. Ну, это тютюн. Ну, и сколько? Не уголь, просто.
Ну вот 20 или? 20 и 10, да? А такой кальян сколько стоит? Ну, по-любому спросят, я просто сразу поэтому такой говорю. Такой кальян? Вот если кто-то приедет в Турцию, захочет такой кальян купить, вот сколько стоит? Вот такой кальян, это как фигуры, это классно, это настоящий кальян. Ну, это примерно где-то 300 тели. 300 тели, да? Минимум. Ладно. Ладно, высушу быстро волосы, проверю девчонок и приду к тебе. Ну, смотрите. Вот такой цвет получился. Ну, конечно, сейчас искусственное освещение, еще и уже 12 ночи. Поэтому так особо цвет не оценишь, но мужу безумно нравится, да? Угу. Муж уже 10 раз сделал комплимент и сказал: вау, как круто. И еще его очень порадовало то, что краска дешевая и такой клевый результат. Говорит, нафига мы всегда покупаем дорогую краску, если можно покупать дешевую, и все супер, да, Папуль? Конечно, мне больше нравится это. А, поэтому? Поэтому тебе больше нравится? Нет, конечно. Ну, в общем, вот такой цвет. А, все, ну тут вот, я не знаю, видно, не видно, но вот смотрите, видите, все это. Не обращайте внимания на мои эти. Я тут еще йодом мазала, в общем. Мне вот еще нравится. Вот такой чик. Смотрите, что он себе тут сделал. Знаете, что это? Шикер-паре. Вот эти, да. Шикер-паре, которые мама передавала, и сверху мороженое. Представляете, какая ядреная смесь. Чтобы вообще все слиплось конкретно, да, папуль? Конечно. А я просто буду. И кальян. Вот сегодня вообще все. О, сегодня день кайф, да? Да. Сегодня девчонки покайфовали немножечко. Только мама еще не покайфовала. Почему? Ты тоже ребенка не было. Чуть-чуть отдохнет. Кто отдохнул? Ты ушел вообще-то. Я Альбину пошла купать. Потом с ней все занималась. Все равно никому не... Тебе... А, ты... Я вообще ни минуты не отдыхала. Я пошла, Альбину покупала, позанималась с ней немножечко, потом там кое-что убрала, потом уложила ее спать, вот, покрасилась быстренько, вот, в общем, вот так вот все происходит. Ладно, всем спокойной ночи, кто смотрит вечером, всем доброе утро, кто смотрит утром, в общем, всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. В следующем видео покажу вам, как будет цвет на улице. Ну, на балконе, конечно. А, еще, кстати, хотела сказать, не обращайте внимания на мои кончики. Понятно, что их нужно обстричь, как только меня выпустят. И Рада, как всегда, не может уснуть. Я сразу беспощадно расправлюсь на сантиметров 5, я думаю, может даже... Не, ну вот так где-то точно обрежу вот эту сухотню. Ладно, всем пока, всех целую, всех обнимаю. Пока-пока!